больше. Пока еще не знаю сколько. Не знаю, сколько загрузили. Много, да? Клеток сколько? 3 клетки. 3 клетки больше? Хорошо. По 7 штук. Хорошо. Отлично. Так, ребята, приехали наши собаки. Ура! В грязи отвезли корм, а на обратную дорогу загрузили наших животных. Все отлично. Ну что, ребят, эти клетки мы уже выгрузили. Уже 3 клетки выгрузили. Сейчас остальных будем переносить. Ну, с Богом. Так, осталась последняя клетка. Давайте, давайте. Палку брось, не пугай! Тихо, тихо, ребята, по одному берем. Миш, по одному. Помогай. По одному берем и несем в вольер. По одному. Миш, подай. Бери. Осторожно, неси. Неси, неси, за шиворот держи. Прыгай, помогай. Тихо, 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 не пугай. Лапочки, стой, 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 задняя лапка. Сейчас ловим следующую, неси. Давайте, по одному, ребят, по одному. Осторожно. Давай, прыгай. Прыгай. А, господи, где второе? Скажи ему, что ушел сюда. Сейчас, осторожно, тихо. Тихо, Миша, осторожно. Под лапы бери. Тихо, сейчас выпрыгнет. Под лапки бери. Глаза не свети. Давай под лапки. Фонарик убери. Аккуратно под лапки. Осторожно, по одному. Осторожно, Миша. Тихо, 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 по одному. Тихо, мои хорошие. Так. Лорд. Иса. Иса. Иса тоже приехала вчера. Их поселили с мамой и с детками. Теперь здесь в вольере 5 собак. Ничего, привыкнут, вроде бы не обижают друг друга. Да? Все хорошо. Мои хорошие. Мои красивые. А, ребята, сейчас будем строить все, мои хорошие. Сейчас мои золотые. Мои красивые. Иса, посмотри на меня. Иса, посмотри на маму. Глазки синие-синие. Красавица моя девочка. Вот. Нормально ужились, все хорошо. Да? Все замечательно. Косуля моя. Косулечка моя девочка. Вот такая девочка у нас косая есть, да? Косуля моя красивая. Очень красивая девочка молоденькая. Ты мое солнышко, да. Моя красавица такая. Маленькая моя, хорошая девочка, да. Красивая мамина. Да. Косулечка мамина. А вот малышам. Ой, принесли свежее сено. Свежее, только что. Сейчас они там зароются. Да. Вот они такие малыши. Вот живут. Вот там внутри. Не знаю, если видно. Где это? Сложен утеплитель для обшивки бытовок. Да. Вот эти малыши у нас живут вот. Это морские контейнеры, по-моему. Да, это не бытовки. Мама. И у нее 8 таких малышей замечательных. Да. 8 малышей. А вот ребята, которые тут работают, помогают. Приносят им сейчас сено. Вот как раз я вовремя подошла. А вот в ту половинку сначала отнесли.
тут разделено на две секции. Вот и этим малышам сено. Так что все у них хорошо. Вот этот самый крошечный тут вот с мамой пока. Пойду дальше. А вот пришли волонтеры угостить детей вкусняшками. Уже холодно, все утеплились. Вот сейчас их угостят вкусняшками. Вот. А я пойду дальше сниму. Вот территория огорожена полностью забором. Вот туда далеко. Осенний облетевший лес уже. Голый, лысый. Летом тут красота будет. Так. Ой. Так вот издалека беру панораму. Вот. Там строящиеся вольеры. Вдалеке одни железные столбы или как, не знаю, трубы стоят пока. Просто намечено, где будут вольеры. А здесь уже готовы полностью вольеры. И они все уже заселены. Ты что делаешь, красота моя? Детсад копается в песочке. Специально делаем вот так. Они так играют хорошо. Эй, стайка! Сейчас я вам покажу вольер из другой стороны. Ну, здесь они любят лежать на солнышке. Пока солнышко есть, селим матрас. Вон там наша стайка. Ребята, вольер у нас большой, хороший. В каждом вольере, вот видите, 5 собак. Там, где малыши, там побольше. Но когда малыши подрастут, мы их рассадим. Вот стандартный вольер. Кобель и 4 девочки. Вольеры длиной 12 метров. Да? Здесь малыши. Там варим дальше. Малышам по возможности создаем условия, чтобы они спали хорошо и играли хорошо. Они дети. А вот я не удержалась, все-таки зашла к самым маленьким, которые тут уже в вольерах. Не в бутовке, а вот тут. Это что-то. И это что-то с чем-то. Вот. Далее вот эту малышню называют ласково. Тараканчики мои. Тараканы мои. Ах вы, таракашки. Вот моя золотая, вот мамушка. Мамуська. Эй, ты иди сюда. Иди сюда, масявка. Манявка, иди сюда, я тебя потрогать-то хочу. Вон, напали на меня опять. Вот такие. Ой-ой-ой. Там девочки и мальчики колотят, сколачивают, вернее, будки. Вот, потому что малышне, конечно, зимой обязательно нужен домик. Обязательно нужен домик. Ой, ну давайте я к вам загляну в домик. Давайте к вам загляну в домик. Пустите меня погостить. А? Пустите меня погостить. Вот мама и ее тараканчики. Вот. Вот там у них и тряпочки, и сено. Все у них есть. А, вот водичка. Вот корм. Вот для мамы. Ух ты, навалили тебе. А это для тараканчиков. Ты даже не знала, что такой маленький корм бывает. Вот. Ну, водичка. Водичка и меняется ежедневно. Вот сейчас они тут бегают. Немножко запачкали сеном. А, ну ты иди сюда. Ну иди сюда, малышка. Ну иди сюда, трусишка. Иди сюда, трусишка. Иди скорее. Иди, трусишка маленький. Самый маленький, самый маленький, самый трусишка.
Вот целоваться лезут. Целоваться лезут. У меня уже щеку поцарапали. Эту щечку. Ой, ты моя сладкая. Ой, ты моя сладкая. Гномик маленький. Гномик, выходи. Давайте, вот. Вот такие, такие, такие. Вот такие, такие, такие сладкие. Вот. Да что? Да что ты? Ой, сейчас, подожди. Они тут. И с мамой же. Вот. Вот я знаю. Вот это я. Иди сюда. Вот молодой. Вот. Вот. Хоть маленький, аж прям. Прям стонет, стонет, как хочет ласки. Малышам очень не хватает ласки. Ай! Так, к сожалению, многие из нас помогают вот сюда приехать на свой выходной день. Работа или какие-то заботы. Мы с удовольствием приезжаем. Потискают малыши. Вот, играть с ними, угостить пляшками. Ты мой сладкий. Что ты дрожишь, ты мой сладкий? Дрожишь, ты сладкий. Ой. Может, хочется любви и ласки. Это девочка, кстати. Это девочка. Пойдем. Так, тут у нас живет мама. Мама, которая родила 8 щенят. Вот. Ну, вот они там в ходочке вот их закутали одеяльце. Вот это мамочка. Мамочка. Ой, какая. Кто еще? Вот, потом. Ну, вот тут тоже молоденькие собачки. Молоденькие такие. Сладкие такие. Сладкие-пресладкие такие. А вот и бородатик тут. Вот эти тут бородатики. Да, где твой второй? Братик или сестричка? А, вот и второй. Вот и второй. Я уже вам по вам по всем соскучилась. Вот. Мои сладкие. Так. Вот тут еще у нас сколько собачек. Там у них уже готовые будка. Вот вольеры у нас пронумерованы. Вот, вся номера. Наши обитатели. Ну, вышли не все. Кто-то, наверное, отдыхает в домике. Вот. Ну, что такое? Ну, что такое, мой золотой? Ой, ты мой золотой. Вот, это вот. Такой сладкий. Такой сладкий. А вон там сидит. Караулит. Вот, греется там, на сене валяется. Так. Вот еще тут у нас. Заходить можно в вольеры. Там вот дверь. Там такой проход вдоль забора и вольеров тоже под крышу, чтобы зимой было легко разносить корм, воду, сено. Как вас тут много, мои золотые, ну, мои золотые. Собачки мои золотые. Вот. Вот. Сейчас я с ними приду к вам обязательно. Ко всем зайду.
Так. Ой, тут что-то загорожено. Вот. И тут у нас такие. Вот. Вот так. В некоторых вольерах не очень много собак. Вот, потому что сидели на старом месте, а может быть и в одном вольере, но здесь надо будет как-то уплотниться, и в каждом вольере будет побольше собак, чем на старом месте. У них тут отличные условия, все 6 метров крыши и большой выгонник. Вот. Так. Вот тут вот. Это вот собачки, которые не так давно. Так, а вот семейство еще, но у других бородатиков. Где тут бородатики? Ах, и такие сладкие. Эх, и бородатики. Вот, все еще на месте. А так, тут побольше. Такие какие-то крупненькие собачки. Да, я их к вам придумаю. Я их вам придумаю, золотые. Всех поглажу. Всех поглажу, мои золотые. Мои золотые такие. Вот такие золотые. Смотрите, сколько у нас собак. Моя любимая лисичка. Вот и моя любимая лисичка. Ты моя золотая. Вот ты моя золотая. Ты моя сладкая девочка. Вот ты моя девочка сладкая. Боже ж мой. Вот моя золотая. Я к тебе приду. Приду, моя золотая. Малыши хорошие. Так. Дорогие друзья, не забывайте подписываться на наш канал. Не забывайте ставить лайк и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео.